Вот что было когда-то тогда-то. Давайте откуролесим этих сопляков. Я не против. Я тоже. Давай их вырубим. Ну давай. Не хотел я этого делать. Кто тут стрелял? Прикольно тут, в тюрьме. А что случилось? Эй, братик! А почему мы на земле валяемся? Ну, не знаю. Но помнится мне, что мы с бандитами дрались. А, точно! Это они, наверное, нас вырубили. А где сами бандиты? И Борька где? А может, они какать захотели и в туалет ушли? Ты чё, дурак? Бандиты не какают. А, ну тогда, наверное, бандиты опять Борьку в заложники взяли. Нет, скорее всего, Борька бандитов в заложники взял. У него же был пистолет. Ну пошли тогда его искать. А где мы будем его искать? На заборе же не написано, где он. Как это не написано? Вон, смотри. Борька в дерьме. Ой, в тюрьме. Повезло ему. В тюрьме 3 раза в день кормят. Но нужно его оттуда вытащить, а то меня батя убьет. Да, скучно тут в тюрьме одному. Давай, заходи. О, бонсаек, а за 100 тебя сюда посадили. Да я жвачку украл за 1 рубль. Меня и посадили. А ты что тут забыл? А я машину угнал. И все, из пистолета стрелял по бандитам. Ну и все, и матерился. Да, веселая у тебя жизнь. Ага. Дядя полицейский, а когда меня отпустят? Ну, лет через 15. Может быть, и отпустят. Это мне сейчас 6 лет. Через 15 лет меня отпустят. Это мне будет 50 лет? Не надо мне такого счастья. Холосо, что я считать умею. Так ты убеги отсюда. Убежать? А как отсюда убежать? Тихо, не ори. Можно подкоп сделать и убежать. Но только нужна лопата. Лопата? Дяденька мент, а можно мне лопату? Зачем тебе лопата? Мне вот этот дяденька сказал, что можно лопатой подкоп сделать и убежать из вас и тюрьмы. Сейчас мы этому дяденьке устроим. Интересно, а за стопом за ЕГО бьют? Ну вот тюрьма, мы пришли. А как мы туда зайдем? Нас же не пустят. Да меня везде пустят. Смотри. Здрасте. А можно зайти? Куда? Я к папе на работу. У тебя тут папа работает? Как его зовут? Как зовут? Говнюшкин Валера. Говнюшкин Валера, это я. Ну чё, пустили? Я видел, как тебе охранник приложил по харе. Ой, да я его удар даже не почувствовал. У меня еще есть план один. Стой тут. Какой план? А я сейчас сквозь охранника пройду. Я заклинание одно знаю. Крыбли, крабли, ди, сквозь охранника пройди. Это что сейчас было? А меня чё, видно? Я же невидимка. Алло, Володь, подходи, тут какой-то ненормальный. Попал Лёня. Хорошо, что меня не заметили. Ну ещё его дружок в кустах сидит. Его тоже заберём. А почему у вас тут компьютеров нет? Тут не положено. А почему не положено? Ну принесите тогда молозено. Какое нафиг мороженое? Это тюрьма, а не ресторан. Ну типсы тогда принесите. Эй, вы оглухие? Где типсы? Ты чё кидаешься, баран мелкий? Я не балан, ты сам балан. Ты баран. Нет, это ты балан. Ты баран. Нет, ты балан. Ты баран. Нет, ты балан. Ты мне надоел, вали отсюда. Ну холосо, свою. Фу, достал этот малой. Ты балан, кстати. Вот видишь, как я договорился. Нас теперь в тюрьму запустили. Да нафиг мне такой договор нужен.
Вы что тут делаете, дебилы? Мы пришли в тюрьму за тобой. А ты куда? А Минауза выгнали отсюда. Я домой. Как его могли отсюда выгнать? А вы что тут базарите? Ну-ка быстро за решеточку пошли. Подпишись за братиков, за батю комментарий напиши, за Борьку лайк и колокольчик, если ты не пончик. Если ты не пончик, подпишись, если ты не пончик, лайк поставь.